Всем привет, друзья. Заселяю землянку. С вечера решил приехать. Иду такой, иду. О! И рядом со мной в 5 метрах птичка какая-то большая вспорхнула. Вот это у меня сердце в пятки ушло, честно говоря. О! Иду так, посвистываю, кручу. О! Свистеть бы еще уметь. Там никого нет. Фу. Капец. Такое себе, я скажу, развлечение. Ночами по лесам ходить. Ночами не весело, честно говоря. Рюкзак 25 килограмм. Вроде маленький, не знаю, кого я там нагрузил. Еле дотащил. Топор еще взял с собой. А, закрыт. Сегодня я больше никуда не пойду, наверное. Туалет так. Это будет свет. Всем привет, друзья. Печку затапливаю. Прикупил вот такой топор. Будем доски делать топором. Решил я все-таки не таскаться с бензопилой. Я решил, что проще топором будет сделать. Да и все равно у землянки он здесь пригодится. Дрова колоть. По хозяйству, короче. От этого-то толку особого-то нет. О, ничего себе, аккуратненько. Непривычно после того маленького-то. Рубить будет здоров. Не напрягаюсь. Завтра начнем доски делать. Обшивать потихоньку. Полы делать. Короче, работа есть. Заезжаю на несколько дней. Еще не определился, сколько будет. Сейчас печку затоплю. Смотрим, чем еще позанимаюсь. Может, доспать. В прошлый раз печка задымила. Многие писали, что это труба короткая. Да, это не из-за трубы. Я потом понял, что я дрова-то свежие же напилил, наколол. И потом закинул, а ночью-то плохо стали гореть. Надо было заранее насушить. Но сегодня на улице не сильно холодно, 22 градуса я уходил, было. Все у нас потепление сейчас. На следующей неделе, в понедельник, вообще там 10 градусов обещают. 15. О, спасибо маме, подарила коврик, увидела, что я сплю на такой ложе. Как там поговорки? Сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. Эта поговорка не про меня. Я обычно, так сойдет, как придется, так и живу. Взял вот такой вот колун, кованый, типа, посмотрим, как в действии. Он пока хорошо рубит, даже особо не размахивался.
Нам надо будет расколоть поленья метровые примерно на стены. И на пол тоже длинные не буду делать. Из коротких можно будет. Также дверь надо будет еще тоже обколотить. Тяга-то вроде хорошая. Гудит аж печка. Значит, тянет нормально. То есть из-за стенок то, что они отошли. Щель появилась. Когда полную наложил, налаживаешь, она поддымливает. Сейчас половина прогорит, не будет дымить. Много не подкидывать. 2-3 поляна. Короче, херня, эти печки вот эти сборные. Но было бы это рядом с городом, чтобы не проблема была дотащить ее до города. Я бы ее унес. Заварил бы ее все. Ладно, посмотрим. Может, приноровлюсь топить. Так, мой обманчивый градусник показывает минус 15. Не знаю на самом деле сколько. На всякий случай. Медок домашний. С чайком. Родители там несколько ульев есть, держат пчел. Свой натуральный, 100%. Тоже мама приезжала в гости, привезла меду, увидела, что у меня сала нет. Стрельца своего тоже привезла. Короче, живем. Удовольствие рубить таким топором. На ночь накалю. Быстро запасы кончаются. Пилить на обод скоро уже. Так вот наложу, подсыхает, пусть. Большая избушка, хорошо, комфортно, просторно. Но маленькая замечательно тем, что быстро нагревается. 20 минут и уже тепло. Через час уже жарко. Где-то плюсовая температура уже на градуснике 0 показывает, значит где-то плюс 5. Избушки, конечно, быстрее нагреваются и за счет этого утеплителя. Космическая изба, как ее окрестили. Ничего там, досками обошьем, нормально будет вид лесной снова. Там так получилось, что сосняка особого-то нету, толстого, особого лёжника. Все морковки стоят. Поэтому толстые там есть, осина, но она гнилая вся. Поэтому сделал из тонкомера. Был бы толстый, конечно, я без толстого сделал, и никаким утеплителем не обшивал бы. Ладно, буду отдыхать, ложиться. Утром уже встретимся. Доброе утро. Ночка прошла нормально. Потолка только капать за меня, на меня замаяло. Конденсат я собрался.
Надо было с этой стороны лучше запенить, чем с той. Принести баллон пены, запенить. Оттаяло. И капает, капает, блин. Ну, уже рассветало. Кошка оттаяла почти. Спится нормально здесь. Особенно до лета. Такая печка, не надо смотреть. Дрыхнешь, все дрыхнешь. Зимой, да. Вставать каждые 2 часа подкидывать. Кто-то там писал, что пожил бы зимой в лесу, в избе. Типа, кайф. На самом деле не все так шикарно, как кажется на видео. Постоянно вставать, подкидывать печку, проспишь, окочуришься. Туалет на улице, вода тоже на улице, снег топить или лед. Городским, тем, кто всю жизнь в квартире прожил, конечно, в лесу жить тяжко будет. Но мне-то это привычно. 30 лет в деревне. Также туалет на улице, вода на улице. Печку, конечно, не надо вставать, каждые 2 часа топить. Что там, кирпичная печь. С вечера накочегарил. Всю ночь тепло. К утру только уставает. Утром из-под одеяла вылазить. Вообще не айс. Встаешь, вылазишь. Быстрее растапливаешь печь. Умываешься рукомойником, холодной водой. Такие деревенские будни. Что-то посидел, повырезал вчера. Не то пальто что-то выходит. Надо мне женщину вырезать. Вампиршу. Вдалеке как-то людей вырезал. Более-менее получается. Но вблизи, почти, ну, во всю картинку, это у меня особо не получается. Ерунда какая-то уходит. Не похоже. Это на нарды. Рисунок надо вырезать. Два рисунка. С 11 градусов. Плюсуем где-нибудь. Пятак еще. 16-17, короче, градусов. В самом холодном углу. Нормально. Ладно, посижу еще, повырезаю что-то. Пока проснусь. Попытаюсь. Ладно, покажу. Вот такое выходит пока что. Уже 2 раза перерезал тут. Рот что-то не получается. Глаза тоже. Не то пальто. Надо вот такую вампиршу вырезать. С двух сторон. На нардах. Нарды уже почти что закончил. Внутри осталось оформить. Там рисунки заказал, должны напечатать. Эти рисунки вырезать. И домики сделать, и все. На женщину похоже, но не то. Не то пальто, что все получается. Рановато, наверное, мне еще людей вырезать в таком масштабе, ну, в крупном плане. Мелких-то людей можно вырезать, там особые подробности не нужны. Так что, наверное, не получится у меня эту женщину вырезать. Вредная какая-то. Капец, блин. У нас там времени-то уже
12 часов, 12. Вот такие дела. Ладно, напишу заказчику. Может, другой рисунок подберет. Да. Ладно, поработаем. Сейчас сделаю разводку, попробую. Наточу. Подзагнулись, наверное. Из этого не пилит. Ну и страшная же ты, не окрашенная. Хотя и накрашенная, наверное, больше страшная. Полдня так как потерял на тебя, зря и досочку еще испортил. Где-то 105 будем пилить досочки. Ферны как-то слабовато пилит. Разводка уже хорошая. И зубья вроде острые. Чё-то не знаю, получится нет расколоть. Чё-то длинновато, мне кажется. Попробуем. Да, ферочка. Ну, не подведи. Смотри-ка, ты пошла. Первый раз таким колуном колю. В деревне-то у нас коротенькие такие, жирненькие. Закрученная, блин. Неровно получится. Крученые, крученые. Красавец. Почти ровно. Но кто там говорил, что избушка не по лесному? Землянка будет по лесному, как вы любите. Все криво косит. Но раньше вот у дедов всегда была в приоритете доска строганная, колота. Раньше же не пилили особо. Ну вот, пилили, конечно, бензопилами тоже доски. Но считалось, что колотая доска, она как бы долговечней. Когда бензопилой вы проходите, надрываете все волокна, потом влага туда поступает, доска быстрее гниет. Колотая доска разрывается по волокнам, волокна остаются целыми. Если еще даже постругать топором, то они вообще это заминаются, ровно получается, гладко. Никакая влага уже не поступает, и такие доски считались более долговечными, поэтому, да и быстрее.
Из птичек только ворон остался. Тоже неплохая. Ну вот, сейчас все по лесному. Без утеплителя, как просили. Сырых кину это. Сухих что-то жарко. Вспотел уже. Запашок-то. Обеденный перерыв. Времени уже много. Эту стенку зашил. Сейчас буду эту. Так-то можно жить. Досочки кончились. Фу, пилить надо. Ой, пилить. Рубить. Ах, лепота. Вечереет уже. Сейчас эту еще одну раскалю, приколочу. Я собирался-то на две ночи, пару ночей здесь, пару дней побыть. Сейчас недавно позвонили на работу, на завтра вызвали. Так что хрен мне, а не ночевка еще. Сейчас доделаю эту стенку, дособираться, выходить. Профессионально уже получается. Топорик шикарный, мне нравится. Так что я могу порекомендовать даже. Такой вот форма мне нравится. Длинный, узенький. Конечно, фуфло здесь это крепление. Надо переделать, потом будет здесь какая-то пластмасска. Крестовую бы сделать. Нет-нет, да, разбалтывается. Не, такой колун хорошо колет. Сами видите, метровые чурки на раз-два разлетаются. Так вот. Стеночки лесные. Потом пену куплю. Ну, крышу-то запенить. И здесь тоже пропеню. Эти щели все дуть не будет. Но мне главное было, чтобы стены не падали.
Они потихоньку сюда съезжают, осыпаются. Да, так и теплее будет, в принципе, из-за пени. И земля не будет сыпаться. Раз не получилось, будешь здесь висеть. Охранники. Рановато мне еще, видимо, до таких. Ну, где-то вот вдалеке, если человек, тогда у меня получается еще там, чтобы черты особо не видно было. Не зря люди учатся там годами скульпторами. Более скульптурная резьба здесь. Я-то на Ютубе 3 года по видеороликам учился. Никаких школах резьбы не было. Вот так вот, только теория больше всего. Наверное, заказы такие больше не буду брать, чтобы в крупным планом лицо надо было вырезать. Хотя, если не пробовать, то тогда никогда не научишься. Все равно надо. Мало-мало так иногда. Было дело, вырезал иконку. Там дедушка. Не помню, кто был изображен точно. Врать не буду. Вот он у меня как бы получился более-менее. Ну там усы, борода, оно как бы скрывает пол лица практически. Поэтому лучше изображение получилось. Ладно, сейчас буду собираться, выходить по светлу. Хотел, конечно, на 2 ночи, но получилось опять, как всегда, все не по плану. Но ничего, сегодня все равно хоть позанимался тут, отдохнул. Даже птички галеты не стали есть. Совсем уж так плохо все, что ли. Ладно, всем спасибо за просмотр. Удачи, здоровья. Не болейте. Всем пока.